Всем здорово, народ, с вами Варчик. В этом видео поговорим с вами про Blacklist. А вначале прошу вас подписаться по ссылке в описании на мою группу ВКонтакте. Там есть уведомления про начало стримов. Справа возле красненького значка. И вам будут приходить уведомления, что стрим уже начался. Также еще есть ссылка на второй мой канал, где я играю не только в танки. Переходите, подписывайтесь, вливайтесь в движуху. Ну а мы продолжаем про нашу тему Blacklist. Это будет в следующем патче 1.5. Поначалу можно будет выбрать одну карту, которая вообще вам не будет выпадать. Это не касается всяких там режимов, типа штурм или встречный бой. Штурм или встречный бой отключаются отдельно, целиком, но стандартный бой отключить нельзя. Также еще это не касается всяких там генеральных сражений. Это касается только рандома и стандартных боев. 37 карт, из них вы одну выбираете, которая вам никогда не попадется. Если вы играете взводом, то все работает точно так же. Учитывается карта того игрока, который создал взвод. Вот такая вот фишка, которая направлена на повышение комфорта в игре, которую разработчики обещают дальше дорабатывать. Казалось бы, простая фишка, которая не сильно улучшит комфорт, точно так же, как и новый балансировщик, хоть чуточку, хоть что-нибудь улучшилось, также и Blacklist тоже чуть-чуть что-нибудь улучшит. Какого-то такого значимого и заметного улучшения вы не почувствуете, поскольку это иголка в стогу сена. Но если картошка со временем будет обрастать такими вот хорошими фишками, то со временем комфорт может возрасти. Но пока что этого мало. Точно так же, как и новый балансировщик, мы не заметим этого блэк-листа настолько жестко, как хотелось бы. Хотя, если все будет проходить по сценарию картошки, как обычно, и этот блэк-лист заруинит какой-нибудь сервер или сайт, то мы заметим этот блэк-лист путем того, что что-нибудь где-нибудь упадет, поломается и не будет работать какое-то время. Поскольку все танкисты раз в 4 часа смогут менять эту карту в блэк-листе в черном списке, то возможно что-нибудь будет глючить или лагать. Надеюсь, такого не будет, и фишка пройдет это нормально, без лаговых глюков. Конечно, в основном, что я могу сказать про весь этот блэк-лист? Две вещи. Первое, на что стоит обратить внимание, это 4 часа. 4 часа здесь неспроста. И хочу вас заверить, что очень сильно нужно обратить на это внимание. Как бы разработчики нам не говорили, что карты в игре не повторяются, я каждый день играю в картофан, и карты в игре повторяются. И самое противное в том, что карты повторяются часто очень долбанутые, которые перекошены по балансу, и ты попадаешь очень часто на одну и ту же сторону, которая всегда проигрывает. Не только по статистике, да ты и сам видишь, что этот респ вообще неиграбельный. Не ехать никуда не хочется и вообще ничего не хочется, когда ты на протяжении 2 часов несколько раз подряд попадаешься на одну и ту же сторону одной и той же карты, которая всегда проигрывается, просто потому что она неиграбельная. Так вот, дорогие танкисты, обращайте внимание, какие карты повторяются, и выбирайте ту самую карту, которая вам не нравится. Таким образом вы сможете каждые 4 часа сохранять себе нервные клетки, выбирая эту самую конченую карту, которая повторяется. Обычный стрим двухчасовой в картошке – это тот еще цирк из повторения кучи конченых карт. И если каждый раз выбирать одну из них, то будет чуточку попроще. При должной внимательности эта маленькая фишка может перерасти в большую и очень важную. Ну а второе, что хочется сказать, лучше бы они карты делали нормальные и часто выпускали новые, как это было раньше. Да и комфортность игры на новых HD картах еще та. Чего стоят только эти дыры в текстурах, которые заставляют дергаться наш прицел. Разработчики планируют это исправить, но для этого им нужно перепилить движок и что-то там в нем доработать. Как обычно, это будет очень нескоро. Также еще скользкие камни, дисбаланс респов, да и в принципе карты старые и старички в них уже давно наигрались. Да и честно говоря, раньше они игрались довольно-таки интересно. В них было больше играбельных мест. При переводе в HD карты переделывали, и играбельных мест на них стало намного меньше, поэтому они неинтересные. Поскольку раньше можно было по всей карте сражаться, сейчас таких мест очень мало на картах. С вами был Варчик, играть красиво, пока!